Погода здоровская, вообще, блин, класс. В общем, погода супер крутая, и я сейчас еду по женским делишкам. Солнышко, ну класс же, правда? Вот. А потом пойду уточек кормить, и вас возьму с собой. В тенек, нету солнышко. Грустно. И солнышко. Иду покупать хлебушек для птичек. Для уточек. Думаю, им такая понравится. Они меня просто преследуют. Это жесть. Это жесть, по-моему. Еще голуби прилетели. Я вся в хлебе. Мой фотоаппарат весь в хлебе. Все в хлебе. Зато уточки не голодные. Вот. Доброе дело. Они прям атаковали, это жесть. Я не могла его снимать, когда я кормила, прям вот бросала им. Но они реально атаковали, это кошмар просто какой-то. Эти, блин, голуби на голову просто готовы залезть ради этой еды. А еще самое прикольное, это то, что чайки просто на лету ловят и даже не едят, это просто выбрасывают. Им, наверное, просто сама суть. Я крутой, я словил. Шла туда, все занимались спортом, иду обратно, бабушки, дедушки занимаются спортом. Молодцы, прям спортивная страна, правда? Ну, здорово же, что есть такие площадки, и бабушки, и дедушки могут хотя бы как-то выходить и немножко заниматься, быть спортивными. Вот, мне кажется, клево. Скажу вам по секрету, занимаюсь очень плохими делами. Буду помогать девочкам списывать на экзамене. Вот. Только что очень усиленно готовились. В итоге наржались, короче, и все. В общем, я, естественно, больше переживаю, наверное, чем они. Ой, первый раз буду такое делать. Дурдом. На что только не пойдешь ради хорошей оценки. Уже так темно, зато у меня так атмосферненько, правда? А я иду в спортзал! Я так странно это сказала. Вот, иду в спортзал. Вы готовы, дети? Come.
Доброе утро, сейчас, сколько там, 6:40 примерно утра, я встала ехать домой в Сулоним, вот, на поезде. Очень уже хочется домой, скучаю. Грустно. А? Так все. Ой, нет, мы трогаемся. Все, пока. Короче, я даже немножко в шоке, но это самый приличный поезд в Беларуси, на котором я ездила. Смотрю видео с поездки на море. Мальчишки и девчонки, неужели я добралась? Честно, просто жесть, было так жарко и так неудобно. Шурупа болит. Господи, боже мой. А вон она. Давай, забирайте. Привет. Мы так бежали. Глядите, с гулянки сорвала. Какие красавцы. Вика, подожди. Привет, лапочка. Привет. Ты меня съешь, если я тебя открою? Подожди. Привет, подруга. Ты что ли? Нельзя. Пишу отсюда. Мик.
Hello! Привет! Тысячи заданий, только приехала. Ужас! Чья собака? В смысле, чья? Наша. Вот, значит, вы должны участвовать тоже. Погуляй, покорми, Ерёму покорми, себя покорми, собаку, всех просто. Смотри. Кто это тут? И кто это? Кто это? Да Мика? О, Господи, видно, офигеть, как сильно. Это Мика мне на память синяк оставила. Скажи всем привет. Ерём. Мика, ты чего? Кто гуляет? Мы гуляем.